Кстати, могу назвать, кто будет преемником. Надо давайте. Назвать сейчас. Вот. Мишустин может быть, Шойгу может быть, Нарышкин может быть, Володин может быть, Собянин может быть, и Матвиенко может быть. А будет? И Дюбин. А придет другой, того, которого вся страна ждет уже 34 года. То есть вас? Да. То есть вы заявляете, что пойдете на выборы 2024 года? Обязательно. И народ получит подарок. Это будет подарок настоящий.